Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с нетерпением ждем грандиозный праздник, который произойдет в мае у нас в родном Баку. И просьба молодежи фан-клуба о поддержке этого восхитительного и международного события для меня, как гражданина Азербайджана, очень важна. Каждый из нас всеми силами, всей душой делает свой вклад в этот праздник. Евровидение не только наш, а праздник всей Европы. Май месяц покажет, что Азербайджан достойная, а может быть и лучшая часть мирового сообщества. Проведение самого грандиозного музыкального события Европы в Баку переполняет нас гордостью, и мы сделаем все, чтобы это событие прошло на высочайшем уровне. Азербайджан именно та страна, которая готова раскрыть объятия молодежи не только Европы, но и всего мира. Удачи нам всем!